С волнующими вопросами к представителям Общественной палаты Республики обратились две жительницы города Кумертау. Первый вопрос касался качества инклюзивного образования. Женщина воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По словам обратившейся гражданки, в школе, где обучается ее ребенок, нет логопеда. Впрочем, это проблема не только одной семьи. В исправлении нарушения речи нуждаются многие дети. Председатель Общественной палаты Республики Ольга Панчихина дала консультации и разъяснения о том, как можно решить вопрос. Для начала было рекомендовано обратиться с письменным заявлением. Вот и в Уфе такие же вопросы встают, потому что родители хотят, чтобы все-таки в обыкновенной школе детишки со всеми вместе обучались, но тех специалистов нет. Как вот в данной ситуации? Мы, как от общественной палаты, сделаем запрос в Министерство образования. Второе обращение касалось температурного режима в доме. Со слов многодетной мамы, в ее квартире стало холодно после проведенного капитального ремонта системы отопления. В данном случае было рекомендовано создать комиссию по выяснению обстоятельств и решению проблемы. Подведя итоги, члены Общественной палаты отметили, что все вопросы решаемы на муниципальном уровне.